Давным-давно, высоко в горах, жили две птички. У одной были очень красивые крылышки. Она любила летать по небу и хвастаться. У другой птички болело одно крылышко, и она не умела летать. Она сидела на земле и грустно смотрела на облака. Но однажды первая птичка взлетела слишком высоко и упала вниз, а вторая все же смогла взлететь. И удивила всех своей храбростью. Высота полета определяется не красотой крыльев,